Развитие сельского и крестьянского хозяйства – одна из самых обсуждаемых тем в правительстве республики. Благодаря субсидиям и грантам предприниматели расширяют сферу деятельности и развивают свое дело. Далее сюжет из Алёкминска. Альберт Ушницкий, можно сказать, уже опытный фермер. Крестьянское хозяйство зарегистрировал еще в 2013 году. Основная деятельность – картофель. К делу подошел основательно. Во дворе поставил вещехранилище, прикупил технику, предусмотрев, что покупатель будет активнее, если доставка своя. Есть машины свои, и мы это развозим по адресам, сделали визитки. У нас уже в городе свои постоянные клиенты. Сделали доставкой на дом. Пока рабочих рук не хватает, поэтому минувшим летом посадили около 5 гектаров. Урожай собрали. Что важно, со сбытом проблемы не возникло. Сейчас взяли Абагинскую среднюю школу, сейчас полностью обеспечиваем картошкой. И также планируем сейчас уже и в городе, варим сейчас с садами, и мы так потихоньку расширяемся. А учитывая, что хранилище свое, то хозяйство однозначно выигрывает. В перспективе планируют расширить посадку. Недавно выиграли грант, прикупили новенький трактор. Поддержка – это хорошая, убежден фермер. Трудятся они вместе с супругой. Валентина во всем поддерживает главу семьи. И хотя заботу не хватает, в семье подрастает двое ребятишек. Считает выбор деятельности самым верным. Перспектива хозяйства есть. Чем мне заняться бы? Мы молодые, еще живем. Так что мы работаем для себя. Елена Фаст, НВК Саха, Алёкминск.